Для некоторых это просто люди другой национальности, убежавшие от ужасов гражданской войны. А для других это может быть обычные мусульмане. Однако для Бога это его дети, его творение, созданное по его образу и подобию. В результате разразившейся в 2011 году гражданской войны в Сирии Около 7 миллионов сирийских граждан покинули свою страну и бежали от смерти, разрушения и тьмы в соседние страны Турции, Ирака, Египта, Ливана и Иордании. Около 6 тысяч беженцев продолжают покидать Сирию ежедневно. В настоящее время только в Турции находится более полутора миллионов сирийских беженцев. Около 50% из них составляют дети, молодежь и люди среднего возраста. Миллионы беженцев-мусульман потеряли, может быть, навсегда свою родину, своих родных, лишились своих домов и оказались в чудовищной нищете, оказались в духовном вакууме. Они задают себе один и тот же вопрос. Почему? Ситуация, в которой оказались сирийские беженцы, для многих из них является единственной возможностью услышать спасительную весть об Иисусе Христе именно через боль утрат, слезы и безнадежность Бог стучится в их отчаянные сердца со словом любви и надежды. Зло войны и благо мира до такой степени известны людям, что с тех пор, как мы знаем людей, самым лучшим пожеланием было «Мир вам!» Лев Толстой. Мир вам, дорогие друзья! С вами Павел Юлия Чернецкий. Сегодня мы будем говорить о служении среди мусульман служений, которые доверен нам Господь на Ближнем Востоке, а точнее о сирийских беженцах. Пожалуйста, Павел. С миром, дорогие друзья, я также рад быть вместе с вами, с моей э, драгоценной женой, и говорить о великих делах Божьих, о том, что Бог сегодня делает на Ближнем Востоке. И говоря о Ближнем Востоке, э, мы сегодня хотим раскрыть, э, друзья, эту тему или предоставить альтернативу а, того, что мы видим на других а, христианских или, скажем, нехристианских, а, возможно, каналах. Потому что сегодня о сирийских беженцах и вообще о мусульманском мире есть разные абсолютно мнения. Вот как видят а, проблему, скажем, Ближнего Востока, в частности мы говорим о сирийских беженцах, которых насчитывается на Ближнем Востоке около а более 6 миллионов человек. И на эту проблему смотрят политики, военные, разные страны. Но стоит вопрос у нас, друзья, как же Бог видит выход из сложившегося кризиса? И по статистике ООН а, сирийская проблема является одной из самых острых проблем последних, последнего столетия. И мы, поэтому сегодня мы будем раскрывать эту тему, как Бог смотрит на проблему, э, сирийскую проблему, сирийских беженцев и в частности вообще о мусульманах мы будем говорить. Да, Павел, э, ну и как же ты думаешь, Бог смотрит на эту проблему? Мы можем привести некоторые местописания, посмотреть, что Бог говорит э, в своем слове о беженцах, о тех, кто, э, может быть, потерял свой кровь, потерял надежду, веру. Э, поэтому... Пожалуйста. Самое первое, что мы должны понимать, это то, что мусульмане это также люди. А сирийские беженцы они, это также люди. И поэтому в фокусе всей вселенной у Бога находится душа человека. Независимо они мусульмане православные, русские православные люди, которые себя именуют православными, или американские евангелисты. Неважно, в любой стране в фокусе Бога находится человеческая душа. Поэтому, если мы разграничим вот эти социальные, культурные слои, разгребем все это, мы увидим, что за, эти, за любой национальности национальностью или кризисом стоит человеческая душа и вот стоит вопрос какое отношение то есть цена человеческой души как бог смотрит есть одно место писания которое христос сказал какая польза человеку если он приобретет весь мир а душе своей повредит христос не говорит что он погубит душу свою а Христос говорит о повреждении человеческой души. Возможно, мы кому-то приносим боль, страдания, кого-то мы раним. Что мы делаем? Мы раним чью-то душу. Или это в семейных отношениях, или это в родственных отношениях, или просто сосед-соседом. Цена человек... Нет ничего в мире дороже цены человеческой души. Поэтому Христос предупреждал, говорит, весь мир этого не стоит, чтобы повредить ее. А представляешь? А что, если эти души гибнут вообще? И мы знаем, что и они, писа... гибнут, они и гибнут, гибнут, и Писание... Душ. Да. И Писание говорит, что дьявол пришел, чтобы украсть, и убить и погубить. Что погубить? Человеческую душу. И хорошая новость в том, что Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы дать спасение, для того, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Слава Господу! Слава Господу! Ну, вернемся немножко э, к сирийским беженцам. Вернемся к той ситуации, которая на сегодняшний день существует в Европе, да, мы знаем, что Европа открыла свои двери в самом начале этой трагедии, в самом начале войны для, евро... для беженцев, и они хлынули этим потоком, а сейчас они даже не знают, что с ними делать, потому что число их растет неумолимо. С каждым днем они все прибывают, прибывают и прибывают, и просто глядя политически или человеческими глазами. А, люди боятся, что Европа может а, стать мусульманской. Стать мусульманской. Да. И а, что же, Но как же мы это видим? Как же мы это видим, как верующие люди, как те? У кого есть эта драгоценность, у кого есть вот эта драгоценность, uh -huh. да, Слово Божие, у которых есть Господь, который нас наполняет Духом Своим Святым, чтобы идти в эту страну, идти в эти народы и благовествовать им, и говорить им о спасении, об исцелении этих душ, когда, когда они, друзья, вы, наверное, уже знаете из наших предыдущих программ о этой трагедии в Сирии, о том, что какое кровопролитие по сегодняшний день там продолжается, и этому нет конца. И то, что а, вот такие служителя, как Павел и другие члены нашей команды из Кипра, а, из, даже из Америки, они едут туда, они открывают эти двери, и благодаря Богу, конечно же. Поэтому, а, как мы видим эту ситуацию? Как мы видим эту ситуацию с сирийскими беженцами? Но Опять же, я бы хотела сказать, что те сирийские беженцы, которые едут в Европу этим потоком, это не те сирийские беженцы, которые живут в этих лагерях, где мы, бываем мы, где мы несем слово, где мы несем надежду, где мы несем даже а, помощь. Uh -huh. Поэтому, Павел, что ты думаешь по, по этому поводу? Я абсолютно с тобой согласен, потому что одно дело смотреть новости по телевизору о сирийской проблеме, кризисе сирийском, или другое дело, когда мы оказываемся именно в лагерях беженцев, мы встречаемся с их семьями, мы а, говорим им о Христе, мы молимся за них, мы благотворим им, тогда у нас открываются совершенно другие глаза. Мы начинаем чувствовать биение Божьего сердца, мы ощущаем Божью любовь, которую Бог имеет по отношению к этим людям, и мы служим этой любовью. А говоря, немножко возвращаясь назад, о, о том, что многие люди сегодня критикуют или скептически, это страх и неверие, говорит, которое, uh -huh. оно абсолютно не должно присущим быть нам, христианам. Вот Европа станет мусульманской. Если мы заявляем такие, скажем, слова, это говорит о том, что мы ничего не делаем в Божьем Царстве, потому uh -huh. что я глубоко верю, что поток, как ты сказала, сирийских беженцев, которые в прошлом, за 2015 год, более миллиона хлынул в Европу. Мы встречались с этими людьми. Я никогда не забуду историю одну, когда мы были в Турции вот несколько месяцев назад. И молодой парень, его зовут Махер, которого мы шли по городу, одному, одному из городов Турции, и он набирает, он разговаривает со своим отцом, и он говорит, хочешь ли ты с ним сейчас поговорить? И я поговорил с ним, он за час час после этого нашего разговора он садился в эту шлюпку в Турции и хотел переплывать в море для того, чтобы прибыть к островам Европы. Поэтому мы знаем остроту и, скажем, с первых уст своих собственного опыта, потому что мы служим на Ближнем Востоке среди мусульман. И Почему и поток беженцев на Ближний Восток это не просто какое-то хаотическое движение. За этим, за этим стоит Бог. Я верю очень. Почему? Потому что а для того чтобы открылась вот эта а, цитадель мусульманства для, для Евангелия а, обязательно должно а, это, это ислам дух ислама эти твердыни ислама последние дни они каким-то образом должны а, рухнуть каким образом через как раз миграцию Бог я верю и использует этот механизм а, миграции в Европу для того чтобы а, открылась дверь на весь Ближний Восток для того чтобы служить мусульманам стоит вопрос для нас верующих и для Церкви сегодняшних дней, как видим ли мы это? Использовали ли мы каждую возможность даже в Европе? Если бы я жил сегодня в Европе, я бы служил бы, мне не нужно было ехать на Ближний Восток, не нужно было ехать туда, где мы находились в нескольких километрах, где бомбы падали возле нас, где мы служили и продолжаем служить людям, сирийским беженцам. Мы бы шли бы к ним бы. Почему? Потому что они пришли в нашу, на нашу землю, они пришли в наши нейборхуды, как стали нашими соседями. Поэтому вот отвечая на твой вопрос, это время, самое лучшее время евангелизировать самое мусульман сегодня. Самое лучшее время для церкви, наверное, церкви в Европе, в Германии, в Италии, в других э, странах, чтобы э, увидеть, чтобы открылись у глаза у пастырей, у, у тех служителей э, на то, что это время, чтобы действовать. Последняя поездка, которая была у нас в Турцию, на юго-восток Турции, это было благословенное время. Почему? Потому что самое первое, самое первое свидетельство, и вообще, я хочу сказать, это чудо, что произошло. Бог, во-первых, многие из вас, вы слышали, друзья, что мы делали, скажем, не то что воззвание, но обращение, Буквально на протяжении у нас 2015 год, кстати, он был посвящен проекту, разработке проекта, который называ... называется у нас Логас. Что это значит? Это Библия на солнечной энергии которые были разработаны, эксклюзивная, скажем, Библия, которая работает на солнце для того, чтобы достигнуть как раз мусульман и сирийских беженцев через такие Библии на арабском и курдском языке. И мы это сделали с Божьей помощью. И когда мы получили эту огромнейшую партию этих Библий прямо к нам сюда, в Америку, шиппинг делали на корабле большом. И когда мы их получили, я... Увидел это огромнейшее количество Библии, огромнейшие ящики. И я понял, что Господь все нам дал. Дал оружие для нас. Угу. Знаешь, кто-то многие а, говорят, что привезти на Ближний Восток. И мы знаем, что военные везут бомбы, политики тоже дипломатические, всевозможные пути, как урегулировать. Но Бог дал нам другое оружие. Не, воинство не, не плотское, но сильное Бога. Божье слово, Его меч в наших руках. И я так благодарен Богу, что в этой поездке, мы провезли через мусульманские границы, подвергаясь большому риску, бывая в, в, в Турции, в аэропорту десятки-десятки раз за последние три года. И зная всю эту опасность и скажем, непредсказуемость, что тебя могут арестовать, тебя могут конфисковать, это в лучшем случае, тебя могут депортировать и поставить на невезным в эту страну. Но Бог закрыл всем глаза. Мы в это верим, потому что люди молились об этом. У нас была специальная молитвенная группа, которая молилась, чтобы провести эту большую огромную партию Библии на Ближний Восток. И когда мы прибыли с ними, большие огромные чемоданы у нас были, мы прибыли а, в, в Турцию, мы про все взяли специальный Вен для того, чтобы привезти эти большую партию не просто на самолет, потом нужно было доставить к сирийской границе. Что мы сделали? Мы взяли специальный Вен для того, чтобы загрузить все, все эти Библии и а, на Вене специальном проехать от Стамбула до самой ю ю ю южной границы Турции, прямо под сирийскую границу, и доставить а, вот эту большую партию Библии. И знаешь, мы ехали, проехали 1200 километров. На этом пути мы увидели Турцию, друзья по разному мы встречались с людьми мы видели эти лагеря которые от сирийских беженцев мы останавливались мы давали новые заветы мы молились мы благословляли мы свидетельствовали многим многим людям но и конечно же большой акцент мы сделали именно на молитву на молитву очень много ходатайственной молитвы мы совершаем и совершили именно в этом последнем служении потому что земля которая в турции мы говорим о том что это земля она не распахана, она когда-то была распахана. Это библейская земля. Это земля, где когда-то ходили, ступали ноги Авраама, Месопотамия, юго-восток Турции. Это в земля, где когда-то Авраам строил свои жертвенники поклонения живому Богу. И сегодня это все зарыто. Сегодня оно, эта земля полностью засыпана камнями. Поэтому молитва, ходатайство об этой земле, она разрыхляет почву в духовном мире почву сердец людей для восприятия Евангелия Иисуса Христа и мы видим результаты уже. Я вспоминаю сейчас случай, когда мы э, молились как-то на молитвенном на Кипре, на молитвенной э, группе. Группе. Угу. Э, и Господь дал мне слово о Турции, потому что мы часто молились о Турции, о Ближнем Востоке. Мы вообще там молились, и сейчас там молится команда и за города, и за страны, и за континенты. И Господь сказал о Турции в тот, на тот момент. Было три слова. Бог тебе дал Бог это слово. Бог мне дал это слово. Это омытая кровью, проклятая и бесплодная. Mm. И это удивительно, удивительно, но мы верим, что ом... Турция будет омыта, будет омыта кровью, кровью Иисуса, Иисуса Христа. Христа. Аминь. Аминь. Есть И... много людей, которые в это верят. Мы, кстати, последний раз, когда вы вылетали из с Турции, тот же самый день, это было в октябре месяца. В столице Турции, в Анкаре, был взрыв огромнейший. Было убито много а, невинных людей, пролилась кровь. И мне, мне Бог то же самое. Вот это, это созвучно с тем, что ты говоришь. Бог дал мне такое слово и молитву. Господь, пусть проливается на этой земле нечеловеческая кровь. Потому что была пролита кровь Агнца, Божьего Сына за этих людей. И поэтому, аминь, да будет так. Пусть да эта будет земля кровь. будет омыта кровью Иисуса Христа. Мы встретились а, с нашим дорогим другом, братом, служителем, пастором одной из церквей, Патрик его зовут на юго-востоке Турции. Я а, в силу безопасности, я даже не буду называть город, где он служит, хотя там есть церковь, которая а, верно служит и проповедует Слово. И мы в сотрудничестве с этой церковью, а, мы взяли эту миссию для того, чтобы начать служить сирийским беженцам прямо на их территории, где они находятся, то есть на территории этого города и за городом. По статистике в Турции проживает более миллиона беженцев. И даже эта цифра очень часто растет, потому что каждый день из Сирии бегут 6 тысяч человек, поэтому эти цифры меняются очень часто. И когда мы приехали, вот начали служить, среди сирийских беженцев как мы это делали самое первое мы а, шли в, в там есть специальной территории возле города одного большого крупного города но они, есть люди которые поселяются в самом городе есть люди в, в основном с семьями они поселяются вне города за, скажем за, за городом вне черты города я никогда не забуду этот момент когда мы приехали Загрузили много гуманитарной помощи и а, Библии взяли, помолились хорошо и приехали в этот район. Мы а, увидели, как это был вечер, и мы видели, как одна машина за другой приезжает, и прямо беженцы приезжают в тот же самый вечер, где мы были, семьи, вены загружены, а, салепу приезжают из других мест и поселяются в специальных домах, а, и это, конечно, дома очень примитивные. Я тоже не забуду никогда, когда мы пришли в одну семью. Это было трое детей, и муж, и жена. И у них эти маленькие близнята, кстати, их двое всего лишь, по одному году. Красивые глаза. Ты знаешь, мне нравятся очень красивые сирийские дети. Посмотришь на их глаза, они еще не понимают всю трагедию, скажем, этого кризиса. Они, может, не все видели кровь пролиту, убитых родственников. Ну, маленькие не видели, mm -hmm. но кто постарше, они, наверное, Конечно. уже вкусили все Конечно. эти ужасы войны. И мы вошли в эту семью, это семья, которая живет там более года уже где-то. И нету ни дверей, ни окон, одна дверь где-то, все остальные там, окна, просто нет вообще окон. Они просто mm -hmm. клеенку заклеили, и они живут в таких условиях. Но у нас была прекрасная возможность для того, чтобы служить им Словом, для того, чтобы говорить им о том, что есть надежда в Иисусе Христе, мы говорили о том, кто есть Иисус Христос, о том, что... О том, что Бог знает их по имени, Бог имеет для них план для их жизни через Иисуса Христа. Как они воспринимали это, как они воспринимают эту весть, эту благую весть в этой, в этой страшной ситуации, в которой они оказались, в этой войне, когда они видели, когда на их глазах насиловали или убивали их родственников, когда. Полная разруха кругом, абсолютно. Это не только какой-то район разрушен, там целые города просто сравнялись Сравняли с землей. землей. Все, кому мы служили, они пришли к духовному кризису в своей жизни. Они поняли, что что-то неправильно с их Богом. Они поняли, что а, Коран, книга, которую они уважают, священная книга, которая в мусульман, она не отвечает на их внутренний запрос. У них масса, тысячи вопросов, почему, 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 почему. И как раз... Из-за того, что они задают эти вопросы, почему мы объясняли им а, первородный грех, что причина всех катастроф, а, а, греха, вернее, а, кровопролития, убийства, несправедливости в этом мире ⁇ это первородный грех. И понимаешь, Бог как раз использует это для того, чтобы показать а, мусульманам, где есть истина. Мусульман, а, то есть Коран, он исключает а, перводно, первородный грех и вообще греховную природу человека, спасение собственными делами. Но прийти ко Христу, не осознав своей греховной природы, просто невозможно. И все семьи, где мы служили, я никогда не забуду, они просто тянули на за руку для того, чтобы мы пришли в их дом. И мы приходили, женщины убегали сразу же, потому что это культура, друзья, именно на Ближнем Востоке, что если мужчины, где мужчины не могут быть женщинами, вот это опять радикальное крыло ислама. Есть такие места, где и женщины, и мужчины, имеется в виду и мужья, и жены, и дети, все вместе, и гости приходят все вместе. Но я никогда не забуду, женщины, где-то три женщины быстренько убежались, и Мы сидели в одной комнате, собралось много мужчин детей и они с открытыми глазами они а, с открытыми ушами они слышали и слушали Евангелие о котором мы проповедовали им мы молились вместе с ними мы говорили о том что есть надежда в Иисусе Христе даже более того были те которые повторяли молитву покаяния и все что я хочу сказать это были люди которые первый раз первый раз в своей жизни они слышали Евангелие Иисуса Христа и кто есть Иисус Христос. Это меня вдохновляет. Это то, что движет как раз нами, чтобы идти и говорить тем людям, которые еще никогда не слышали, кто есть Иисус. Друзья, мы сегодня говорим о, о Ближнем Востоке, о Сирии. Те из вас, которые следят за новостями, вы знаете, что там происходит. Те, кто не смотрят э, э, эти каналы, э, мы уже освещали в ранее э, сирийской трагедии поэтому это очень небезопасное место это опасное место то куда мы едем то куда мы несем это живое слово слово жизни слово спасения, дорогие и спасибо вам тем кто спасибо. молится за нас тем кто стоит Слава вместе Господу. с нами благословляет это служение. Спасибо вам. Павел, пожалуйста, не хочется тебя прерывать. Столько информации, столько свидетельств. Следующее направление, где мы были не просто в домах, это мы были в лагерях, в нескольких лагерях сирийских беженцев. Непосредственно мы говорим сейчас об определенной группе, есть разные беженцы. Есть, которые беженцы и живут в лагерях больших, которые находятся под организацией Объединенных Наций. И, и другие и туда... Это закрытые территории. Там очень тяжело туда пройти. Но мы были на территории, которая также огромнейшая. Первый раз, когда мы попали, это были беженцы из Кабани. Известный сирийский курд, а, а, курдский город, где сбежало около 250 тысяч человек. И вот мы как раз это было второй раз, когда мы уже им служили на их, в их в этих лагерях. И я никогда не забуду, когда мы пришли. Мы ходили, конечно, из одной палатки в другую палатку, из одной палатки в другую. В одних палатках были только женщины, не было мужчин и дети. И, конечно, мы не могли сами заходить туда, потому что по культуре их мы не имеет, не мужчина не имеет права зайти именно а, в, а, и быть с, с женщиной ч, или с, с детьми без, а, с, без мужа. Но мы заходили с местными людьми, которые ответственны за этот лагерь, и мы вместе сидели. Мы слушали первое, мы слушали... Душераздирающие истории, что эти люди только пережили. Они рассказывали о том, как на их глазах убивали а, исламские радикалисты, исламисты, они убивали детей невинных, они убивали мужчин, женщин. А, многие из них, почему они сбежали, потому что их не, не миновала, их бы, была бы та же самая участь, поэтому они убежали в эти лагеря, где мы с ними были. Они рассказывали, в большинстве из них они говорили, что наш дом разрушен до основания. Какой-то бомбой американской или еще. И, и нам негде жить, и мы будем здесь находиться. Мы не знаем, у нас нет другого, другой возможности, у нас негде куда идти дальше. И они живут в этих примитивных лагерях, конечно... Расскажи а, немножко об условиях этих. Условия что... в палатке, например, у нас была прекрасная возможность. Я как сейчас могу вспомнить семью Мустафы. У него шестеро детей и разного возраста, даже, по-моему, маленький ребенок, девочка, ей около годика. И я никогда не забуду это гостеприимство, с которым мы вошли в эту палатку к нему. Он просто начал угощать нас чаем горячим, у него там чайник был, и он наливал этот чай. И он посадил всю свою семью. И в его глазах, что удивительно, у него не было ненависти, у него не было какого-то страха, но в его глазах я увидел надежду. Почему? Потому что а эта церковь где служит уже была у него в этого Мустафы и мы пришли опять начали молиться опять начали слушать его историю что удивительно когда они рассказывают свою историю обязательно нужно слушать те трагедии а, ту боль которую они скопили потому что во время то время когда они это рассказывают Бог исцеляет их сердца Я, и у нас были немало случаев когда мы сидели слушали их истории и слезы у женщин лились слезы иногда даже мужчина не они скрывает они, они, эти свои эмоции но мы давали эту возможность особенно чтобы люди плакали пускай они плачут потому что в то же самое время когда они изливают свое сердце свою боль мы начинали им говорить что надежда есть в иисусе христе и мы здесь для того чтобы молиться за внутреннее исцеление мы молились за физическое исцеление мы просто становились на колени Вместе. И просто ложили наши руки и молились за детей, за мужчин, за женщин. Как они э, принимали э, вот это слово, когда вы им э, дарили, когда вы благословляли э, Словом Божиим на солнечной энергии? И я когда включаю вот это Слово божье и они начинают слушать на своем родном языке, это арабский или курдский язык, или курманджи, то, что мы записывали. А, и ты, они с удивлением они начинают слушать, потому что а, представь, что лагерь, где нету, а, конечно, электричество есть у них, там, в некоторых лагерях не у всех есть, но где нету книг, где нет ничего, они обижали туда с теми вещами первой необходимости. И вдруг мы им приносим, э, скажем, в аудиоформате на солнечной энергии Библию, конечно же, они слушают. Я хочу еще одно свидетельство очень сильное сказать сейчас, что это слово, которое было донесено через проект «Логос», друзья, оно было не только довезено или донесено сирийским беженцам, которые находятся именно в Турции, но это слово Божье на солнечной энергии, оно пошло от специальной партии прямо в город Кабани. Прямо в сирийский город. Почему? Потому что этот город разрушен на 95%. Сейчас эти сирийские курды они возвращаются, они возвращаются в ту, в ту, на свою территорию для того, чтобы отстраивать этот город. Потому что это город, где жили их отцы прадеды на протяжении тысяч лет. Но у них есть сильный дух. И мы вспоминали об этом. У них такой сильный дух, как когда-то был Неемий, который mm -hmm. сказал, мы отстроим город, мы отстроим Иерусалим. И они говорят то же самое, мы отстроим, хотя город на 95% разрушен, электричества нет, воды нету. Но в этот город они получили вот партию Библии на солнечной энергии. И они слушают сейчас, в городе Каба они слушают, Библию на арабском языке, на Курманджи они слушают, и мы верим что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божия. Мы верим, что через это Слово, даже если мы не можем пойти туда, пошло Божье Слово, которое живо и действенно для того, чтобы спасать людей и давать им надежду в Иисусе Христе. Здорово, Павел, что я знаю, что была оказана также помощь, э, гуманитарная помощь в немалом количестве. Что ты можешь об этом сказать? Мы э, с Божьей помощью и с вашей помощью, друзья, кто поддержал и до сегодняшнего момента поддерживает это служение мы смогли предоставить им три тысячи. Это мы говорим рис, это мы говорим, скажем, какие-то крупы, там масло солнечное, Сахар. там сахара, большое молоко и много другого, что мы паста зубная и много чего. То есть около трех тонн мы могли благословить их, и все это было сделано во имя Иисуса Христа. То есть гуманитарная помощь, благотворительность во имя Иисуса Христа, и это открывало их сердце очень широко для слышания Евангелия. Друзья, мы благодарим, что вы были с нами сегодня. Это была прекрасная встреча. И если вы задаетесь вопросом, как вы можете поучаствовать в этом служении, Молитесь об этом служении, молитесь о Ближнем Востоке, вообще о мусульманах, чтобы Господь открывал их сердца для принятия Слова Божьего, для спасения. Молитесь также о верующих, о гонимых христианах, потому что их немало на этой земле, в этих частях мира. И оставайтесь с нами до скорой встречи. Друзья, я также хотел еще раз от всего сердца поблагодарить тех из вас, которые поддерживают это служение именно среди мусульман. Потому что без вас мы не могли бы сделать то, что мы, о чем мы сегодня свидетельствуем. Мы нуждаемся в вашей поддержке. И как мы уже говорим о молитве, молитвенной поддержке, и также о том, чтобы вы становились вместе, и были частью этой работы, которую Бог совершает на Ближнем Востоке среди мусульман. И как мы говорили в начале программы, что Божье сердце, оно полно любви к этим людям, о которых мы сегодня с вами говорим. Христос пришел, чтобы взыскать, спасти погибших людей. Христос пришел, чтобы льна курящего не угасить, трости надломлено не преломить. Вот как раз эти люди, о которых мы говорим, они так нуждаются сегодня в спасении, они нуждаются в Иисусе Христе. И у меня есть одно место Писания, которое я хотел бы зачитать, именно что Бог говорит о беженцах в Библии. Это Исаии 25 глава, 4 стих написано, «Ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего, в тесное для него время, защитую от бури, тенью от зноя». Вот именно только в Боге можно найти сегодня, только в Иисусе Христе можно найти эту безопасность и найти этот покров, в котором нуждаются сегодня многие сирийские беженцы. И, друзья, мы Хотим сказать следующее еще одно. Мы отправляемся опять на Ближний Восток. Перед нами находится Израиль, где мы будем также от самых голландских высот, прямо от границы, которая граничит с Сирией, до самого юга Израиля, мы будем на этой земле для того, чтобы и служить и арабам, и также служить в Израиле мусульманам, и арабам, и евреям, мы говорим. И таким образом, чтобы Божье Царствие, оно приходило и наполняло эту землю. И, конечно же, у нас в этом году Бог открыл новую возможность для того, чтобы мы доносили это слово надежды, Евангелие Христа мы доносили в Иорданию, где также проживает более 700 тысяч беженцев. И есть пастор небольшой местной церкви, которая в Иордании, он просит, говорит, приезжайте. Нам так нужна помощь для того, чтобы достигать мусульман для Иисуса Христа. Мы приглашаем вас вместе с нами, друзья друзья, достигать мусульманский мир Евангелием Христа. Благодарим вас за это. И мы верим, давайте вместе с вами верить, что земля, Ближний Восток, он наполнится познанием славы Божьей, как воды наполняет море.